Президент Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года посадить на территории страны около 2 миллионов деревьев. В связи с этим в пригородном селе Жаңаталап открылся парк Урпакка Аманат. Сейчас здесь проводятся работы по озеленению территории. Волонтеры посадили деревья в парке Урпакка Аманат, который открылся в Жаңаталапском сельском округе. Год назад эти 2 гектара площади были покрыты пылью и разбросаны повсюду мусором. И вот теперь эта проблема решена. Парк был введен в эксплуатацию на благо народа. Уже высажено 50 саженцев. В дальнейшем планируется посадить еще 500, сообщил член общественного фонда. Мы взяли разрешение с акимата. Наша цель – внести свой вклад в озеленение территории страны. Также планируем весной посадить много деревьев. Давайте вместе работать во благо процветания нашей нефтяной столицы. Организаторы, принявшие активное участие в данной акции, призвали односельчан к посадке саженцев. Мы волонтеры гражданского центра. В честь Национального дня добра, который отмечается в Казахстане, мы помогаем в открытии парка. Призываем волонтеров присоединиться к нам. Таким образом, волонтеры гражданского центра внесли свой вклад в озеленение территории нашего региона. Назарке Асхатқызы, Дамир Жарылқасын, Айбек Халымов, телеканал Атырау.